Губернатор Приморского края провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив. В начале беседы Светлана Чупшева отметила положительную динамику Приморья в улучшении инвестиционного климата. Это касается и работы с инвесторами, и создания комфортных условий для бизнеса, и привлечения инвестиций. А в этом году у нас Приморский край тоже наряду с другими регионами участвовал в апробации уже второго инвестиционного стандарта, разработанного правительством, Министерством экономического развития. В этом году мы эти показатели все уже включаем в инвестиционный рейтинг. И на Петербургском международном инвестиционном форуме уже традиционно будем представлять результаты. Сейчас уже проводятся опросы бизнеса в регионах, тоже собираем уже статистическую информацию. Но уверена, что Приморский край покажет здесь также хорошие результаты. Важной темой общения стала спецоперация, точнее поддержка семи участников СВО и их самих. Приморский край и президент тогда приводил на совещание с членами правительства. Тоже пример Приморского края, зачитывал ваше предложение, Олег Николаевич, по поддержке участников СВО. И многие регионы брали это тоже как элементы решений, которые дальше уже были утверждены в рамках региональных программ. А здесь мы эту работу, безусловно, смотрим на такие решения, но уже вот эти лучшие практики мы также передаем в Фонд защитники Отечества. Олег Кожемяка поблагодарил Агентство стратегических инициатив и лично Светлану Чупшеву прежде всего за поддержку регионов. Благодаря тем решениям, вашей, учебе и тем направлениям, которые мы внедряем у себя, мы поднялись в инвестиционном рейтинге на хорошей позиции. И сейчас это направление развиваем. К счастью, у нас неплохо идет регистрация собственности, возможности получения разрешений. По открытию предпринимательства. Запустили в том числе и новые проекты, не связанные с поддержкой и возможностью патриотического воспитания детей. Это Арсеньевская карта, также по примеру Пушкинской карты, но только это основано на посещении ребятами наших музеев, достопримечательных мест. По словам губернатора, в Приморье проживает 23 тысячи многодетных семей, поэтому все инициативы, которые влияют на укрепление института семьи и помогают решить проблемы, имеют особую важность. Все эти лучшие практики социальные, которые есть в субъектах, они аккумулируются здесь, в ОСИ. И далее, мы их будем сейчас рассматривать и внедрять у себя тоже в край, в том числе и предлагая свои. Это, конечно, в первую очередь поддержка их в части возможности погашения ипотеки, в части льготного проезда по транспорте, налога на транспорт, налога на имущество. То есть мер поддержки в школьном образовании, в образовании в колледжах. Отметим, Агентство стратегических инициатив мониторит, как регион развивается и дает свою оценку. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.